Вот и он, знакомьтесь, это Хиппо. Наш веселый, милый, добрый крошка Хиппо. Славный бегемот, что живет у топких болот. Крошка Хиппо, Десси, Тимы там. Всегда от них шум и гам и тарарам. Вот так идет жизнь у наших топких болот. Солнце светит ярко и журчит река, и манят джунгли в путь, ведь там наверняка давно нас ждет семейка Хиппо с топких болот. И славный бегемот, малыш Хиппо с топких болот. Топких болот. Только для мальчиков. Скорее, бежим, малыш Хиппо, опоздаем же! Ты куда? Поезд же уже ушел. О, Лулу! Что, Лулу? Вот, Лулу! Вот это да! Бенни, мой любимый кузен. Лулу, я твой единственный кузен. Да, и самый-самый любимый. Лулу. Кто это? Это мой друг малыш Хиппо. Привет, малыш Хиппо. Любой друг Бенни мой друг. Лулу из большого города, у нее каникулы. Вот она и приехала подышать чистым воздухом топких болот. Да, и я буду делать здесь то, что в городе нельзя. Вы поможете мне повеселиться, правда? Какой беспорядок! Даже пола не видно. Но все, с меня хватит. Но, мам! Нам так нравится! А мне нравится так. Вы не выйдете из дома, пока не наведете порядок, как у Тесси. Ну, мам, но ведь мы их все пропустим. Вы это говорили неделю назад и еще неделю назад. И вообще, вы никогда не держите свое слово. Хватит, хватит отговорок, отправляйтесь. Ну, спасибо. Это все из-за Тесси. Почему девчонки такие чистюли? И такие зануды. И хорошо учатся. А знаешь, что нам нужно с тобой? Банановый пончик. Нет, клуб без девчонок. Только для мальчишек. Да, вот это идея. Пошли за ребятами. Послушай с нами джунгли бит. Джунгли круто, джунгли хит. Послушай с нами джунгли бит. Джунгли круто, джунгли хит. Привет, я Лулу, кузина Бенни. Хотите с нами? Да. А, нет. Спасибо, мы заняты. Точно, мы заняты, да. Это чем же? Открываем клуб? Да, малыш Хиппо, Тима там открывают клуб приключений. Класс, обожаю приключения. Я тоже, пойдем. Извините, девчонок не пускаем. Это что, шутка? Нет. А вы на чьей стороне? Вы что? Возьмите Тесси. И Лулу тоже. Нет. Не-а. Пошли, ребята. Даю вам шанс. Пошли или пропустишь все приключения. Они интересные. Просто фантастика! Эй, подождите! Стойте! Вы ничего не забыли? Приключения! Скорей!
сколько можно? Интересно. Потрясно. Тишина. Прежде чем начать приключения, перед вступлением в клуб нужно пройти испытание на храбрость. О, и что вы должны делать? Мы ничего не должны, мы уже члены. Но если боитесь, можете не вступать в клуб. Боимся? Я не боюсь. Что мне делать? Узнаешь. Куда подевался мой поднос? Где он? Ты не боишься? Правда, малыш Хиппо? Малыш Хиппо! Малыш Хиппо! Ты сможешь, малыш Хиппо! Ладно, поехали. Я приехала, чтобы гулять и развлекаться, а никто с нами не играет. Мальчишки такие дураки. Спасибо, Тесси. Вот мама рассердится за поднос. Молодец, малыш Хиппо. Ты прошел испытание. Тесси тоже прошла. Давайте возьмем ее в клуб, ладно? Ей нельзя. Почему? Правило. Извини, Тесси. О, просто замечательные каникулы. Дэнни, ты больше не мой любимый кузен. А малыш Хиппо больше мне не любимый брат. Нужно открыть собственный клуб. С мальчишками? Нет, для девочек. Чего же мы ждем? У нас будут приключения. Будем делать то, что нельзя в городе. Да! Что будем делать теперь? Я знаю, гонки на тачках. А победителю блюдо банановых пончиков. Да! Да! Ну вот, теперь у нас свой клуб. Что будем делать? Шить? Скучно. Нет, ни за что. Знаете, есть вещь, которую я всегда хотела сшить. Правда? Да, но в городе этого нельзя. Там мало места. А здесь... Обгоняй! Не могу! Нет места! Сейчас будет! Береги! Неудачники. Нет, я нет. Так и есть. Ты зануда. Тебе нужно играть с девчонками. Ну и ладно. Тесси хотя бы не жулит. Тесси? Да? Ого, а что это у вас? А на что похоже? Шитье? Догадливый. Но... Ух ты, какой огромный. Покажем? Нет, он же все еще в клубе мальчишек. А они все портят. Да, еще жульничают. Я ушел, с ними скучно. Я хочу играть с вами. Ладно, тогда покажем. Что? Фантастика! Класс! Да уж. Шитье, что ли?
Да, ты сам как девчонка. Это птица? Самолет? Нет, это Лулу! И Тесси! И Джимино! И Молли! И малыши! Можно нам тоже? Жаль, но это собственность клуба. Только для его членов. Сделайте сами. Мы не умеем шить. О, какая жалость. Придется вам научиться. Какие острые. Осторожно. Какие острые. Все, у нас готово. Ты пришил мою шорту, дурень. Что случилось? Ну, примите нас в клуб! Незачем так кричать. Посмотрим. Вам стыдно за свое поведение? Очень стыдно. Так скажите. Да. Извини, Тесси. А все остальные? Прости. Что скажешь, малыш Хиппо? Клуб мальчиков и девочек. Можно попробовать. Эй, знаешь что? Это была хорошая мысль. До встречи!